Безопасность детей на дорогах – задача общественная. И в преддверии нового учебного года чебоксарские власти вплотную занялись улучшением дорожно-транспортной инфраструктуры города. Этот перекресток всегда имел дурную славу. В январе этого года на пересечении Кукшумской и Эгерского бульвара столкнулись три автомобиля. В тот раз жертв чудом удалось избежать. А пару дней назад лоб в лоб столкнулись с газелью мотоцикл. Мотоциклист получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте. По Кукшумской улице очень любят погонять автомобилисты. Пешеходов мало, дорога прямая. И мало кого смущает, что рядом 47-я школа и максимальная разрешенная скорость на данном участке 40 км в час. Знак, сообщающий это, уже побледнел от времени. Как и лежачий полицейский близ перекрестка. В плане по реконструкции дорожных объектов этот участок стоял на первом месте. Для привлечения внимания водителей были заменены знаки с меньшего формата на увеличенный формат с желтым фоном. Также была нанесена разметка. Всего к учебному году будет обновлена разметка на 178 участках дороги. Заменены и отреставрированы несколько сотен знаков и открыты новые светофорные объекты. Открывается новый светофорный объект Дементьево-Богдана-Хмельницкая. Там новый оживленный район вырос, как знаете вы. То есть очень большая задержка, не могут выехать из Дементьева, попасть на Богдана-Хмельницкого. Для этого было принято решение о строительстве этого светофорного объекта. Ремонтные работы продолжатся до конца октября. К этому времени будет открыто еще 5 регулируемых пешеходных переходов. Дарина Игнатьева, Сергей Адушкин, Республика.